Значит, по поводу корма. Основной рацион у нас Синаж. Мы заматываем в пленке, позже покажу. Вот, сделанный из озимой вики, озимой пшеницы. Вот, это считается как сочные корма. Мы даем их овцам в момент лактации. То есть, вот. Также даем овцам плющенный ячмень. Вот на, вот, вот на этом агрегате турецкого производства мы плющим ячмень и даем овцам в момент, когда они находятся с ягнятами. Ягнятам мы даем стартер комбикорм вот, до 3 месяцев, до отбивки. Когда. А сколько? Только ячмень, другого зерна нет? Другого зерна мы не даем. Не хотите, да? Не хотим, от кукурузы они жиреют. Вот. А сколько в граммовке получается? В граммовке примерно, ну, в зависимости, значит, если первая фаза лактации, мы даем примерно где-то 700, от 700 грамм до килограмма в день. Делим на две части, утром и вечером, угу, пополам. Вот, чем дальше, там, второй месяц меньше, третий месяц вообще мало, там, даем по 300, по 400 грамм, как бы, даем. Вот. Это девчонкам, да? Это вот овцам, когда они ходят, в момент кормления, да. Кормление, да. Вот. Да. Ягнят комбикорм практически все время в наличии, там, то есть мы не нормируем, как бы, даем им, сыпем в столовках и все. Сколько они захотели, подошли, поели, ушли. Как бы. Что за комбикорм? Комбикорм, ну, он для ягнят, стартер для ягнят. Это вы где-то берете его? Мы берем, да, центр соя в Белизском заводе, угу, вот, в Красноярском крае здесь. Ясно. Вот, ну, вот он так выглядит, вот, можно, могу показать. Вот он, Солюс. Солюс, да. При старте. Ну, он как бы предназначен для козлят, вот, в основном, но разницы нет. Козлята, ягнята, вот. Вот такой комбикорм, здесь все, все микроэлементы, все премиксы, все, все здесь нормально сбалансировано. Вот, мы даем ягнятам до 3 месяцев и потом еще 2 недели, чтобы они не теряли вес после отбивки, когда стресс после отбивки идет. Вот, еще 2 недели после отбивки мы тоже даем комбикорм, а потом переводим на ячмень.